Всем привет! Сегодня у нас 7 сентября 2019 год. Представляю вашему вниманию вот такой интересный сорт сливы «Золотая капля». Это английская селекция, сорт из Англии. Сорт довольно урожайный, можно сказать, второе плодоношение в этом году. Неплохо себя показывает. Сейчас хочу рассказать за его плюсы и минусы, то что я увидел за время его выращивания в своем саду. Начнем с плюсов. Плюсы этого дерева — то что оно не сильно рослое. Вот показываю, дерево не сильно растет, оно компактное. Очень красивые товарные плоды, тоже я могу отнести это к плюсам. Вот такая вот слива, очень товарная, очень сладкая, поздний сорт, то есть как бы плюс хороший этого сорта. Ну, минусы, начнем с минусов, может еще какие плюсы вспомню. Минус то, что этот сорт может подгнивать. Вот. Может подгнивать. Без обработок я бы его не рекомендовал сажать. То есть по-любому нужны обработки от гнили, от болезней, препаратами Скор, Свич, препаратом Топаз и препаратом Хорус. По-любому. Без этих обработок вы этих слив не получите. Вот. Даже с моими обработками вот на листьях есть болезнь. То есть на листьях, на плодах нету. Плоды только могут подгнивать. Минус еще, что его очень сильно любит. Этот сорт очень сильно любит плодожорка. Червяк. Он просто его задрачивает. То есть без обработок они все будут червивые и гнилые. Вот это тоже недостаток, конечно. Очень большой. То есть, кто хочет себе сажать, он должен взвесить все плюсы и все минусы этого сорта, чтобы сажать его себе в сад. То есть, если придерживаться хорошей агротехники, то, в принципе, вы можете получить вот такие вот классные, вкусные поздние сливы. Такого интересного цвета. Сейчас положим на веса вот у самой земли ветка. Сорт урожайный, тоже плюс. Деревцу этому, если я не ошибаюсь, 4 или 5 год, или 6, я уже, честно говоря, не помню, потому что деревья много посажено. Ну, будет радовать урожаем каждый год, только с обработками. Без обработок даже не думайте. Отец посадил себе этот сорт, без обработок то толку нету. То есть я показываю, в принципе, потенциал плодоношения, который можно как бы с этого сорта взять. Слив много, слива красивая, товарная, вкусная. Сейчас сорвем. Ее уже надо обрывать, я ее нарву. Тут некоторые спелые, некоторые еще зеленоватые. Я ее сейчас оборву. Вот такая вот слива в руке. Вот такая. Я ее сейчас оборву и положу в подвал. То есть из подвала мы будем ее кушать где-то недельки 2-3. То есть каждый день. Потому что мне неудобно сюда ездить. Каждый день обрывать ее. То есть я бываю в селе раз в неделю. То есть я собрал с подвала, потом покушал. Так, сейчас оборвем, посмотрим, какой вес в этом году, какая мякоть. Так, давайте посмотрим, какой вес в этом году. В этом году были, можно сказать, первые сигналки. 59, 58. 52. 75. 67,
тоже 67, скорее всего. 65. 80. Пятьдесят шесть. Ну, грубо говоря, 56, даже до 80 грамм может быть. Средний вес, я так думаю, 60. Вот такая вот товарная слива. Золотая капля. Ой. Сейчас разрежем, попробуем, посмотрим. Так. Сейчас разрежем ее. Уже темнеет. Опоздал со съемками чуть-чуть. Мякоть у нее красивая. Мы сейчас восковый налет оботрем, она будет реально желтая, а то она так беловатая. О, сейчас еще оботрем. Она такая сильно, на ней много пруйного налета. Вот. Вот реально золотая, красивая. То есть это натертые плоды. О. Так. То есть они еще, можно сказать, чуточку зеленоватые. Я просто боюсь, что я приеду, мало ли она посыпется. Не хочется с пола собирать. Но лучше ее с подвала буду брать, так кушать. Короче говоря, вот такая вот она на вид. Так, сейчас попробую отлупать, что с косточкой, потому что не помню, отделяется, не отделяется тут. Блин, зеленовато еще чуть-чуть. У меня косточка не хочет отделяться. Не хочет, там приросла. Сейчас попробуем на вкус. Мякоть мясистая, сочная. Мякоть сама сладкая. Шкурка с кислинкой идет. Шкурка хрустящая, со сливовым приятным ароматом. То есть по вкусу хороший сорт, очень хороший. А если полежит, он начинает течь. Он течет, как с крана. То есть, ну, такие вот плоды. Такой вот видеообзор по данному сорту, по моим наблюдениям в моем регионе. У кого это растет сорт, тоже интересно было услышать отзывы, как он у вас показывает себя. Будет интересно посмотреть, почитать. Кому понравилось видео, обязательно ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.